А ну-ка. Порви что? На самом деле можно было урон побольше сделать, если бы я начал через контр мув. Ну ладно. Уф. Просто бой насуй. И поглядите, кто на ваших экранах. Это Шигечи собственной персоной. Его апнули? По-моему, даже дважды апнули. Так что давайте посмотрим, что из себя он сейчас представляет. Потому что в прошлый раз, когда я на нем играл, это было не очень. Так, нормально. Блин. А, блин, как всегда. Ну да, все еще его минус остается в том, что ему надо постоянно свои харвесты обновлять. И это неприятно. Так, падай. Ха-ха, харвесту. И на лежачего его, ну, левел 1 работает. Левел 1 также перезаряжает в игре харвеста, тоже что неплохо. Блин, меня смотрели. На перфект шок, кстати говоря. Нет, Ури тут не работает. Черт. О, ассист Джозеф тоже апнули. Теперь он двухзарядный. Но он двухзарядный на Вите. Бедный человечек, он не ожидает, что у него сверху что-то упадет. Но с игроками поопытнее это не сработает. Оу, оу, оу. Вот так даже. Сразу в ульту 150%. Неплохо. Иги. Мануки га. Ну блин, неплохо его апнули, кстати говоря, по урону. Он уже не так мало наносит, как раньше, так что. Он прям как Иги был. Я хотел сказать тритмент. Но забыл, как это слово по-русски. Ой, этот. Ой, ой, не так нажал. Ой, ой, дурак. Даже по голове себя забил. Кира Йошикаги, спасите, пожалуйста, мою задницу. О. Так. Так. А, не то нажал. Дурак. Так, но он меня пока что не убивает. О, захват я не смогу переделать. Не умирай, не умирай, не умирай. Шигечи-кун. Захват, отлично. Сбросить на него еще потяжелее. И захват. Не хотел, правда, делать, но он вышел. А вот так. Изи пизи, лемон сквизи. Блин. То, что ульта по лежачему работает, это вот EG ульта, это капец. 10 из 10. Практически половина мувов Шигечи, она заставляет тебя упасть. Особенно балки сверху. Блин, да классно, это классно. Шигечи такой паренек. Прикольно оказался после бафов. Давайте next match, посмотрим, что там будет. Суй, вот это будет супер тяжело. Это будет супер тяжело. Кстати, надо что-то придумать. Ай, сверху тычка. Плохо. Кейн Кущеров, фулл комбо. Пожалуй, я его впитаю. А, он его даже дропнул. Так. 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 Блин, не получилось. Это сюда. Это сюда. А это сюда. Оп, оп, оп. И ульту специально для тебя. Оп, оп, оп. Оп. Что ж, я думал, против нас свой будет потяжелее, но... Посмотрите на этого малыша, он просто убивает. Он убивает любого героя. Ищи, это его девиз. А где монета? Где монета? Вон она. Почему он не взрывается? То есть, когда она летит, она взрывается. А сейчас она не хочет, да? Ай, нет. Нет, нет. Вы? Ульту, пожалуйста, ульту. Нет, 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 нет. Не умирать. Странно, что он доски не вызывает. Ладно. Оп, оп, оп. Да ладно. Захват. Раунд мой. Так. Куцироги, да? Куцироги, да? Пошел отсюда. Ай, ой, ай, ой, ай, ой, ай, маленькие человечки, не бейте меня.
Почему-то мне напоминает это драка богемскую рапсодию. Когда Насуй разбирался с ним. А ну-ка. Арбитто! На самом деле можно было урон побольше сделать, если бы я начал через контр-мув. Ну ладно. Уф. Что с тобой, Насуй? Ты не Кира и в Чикаге случайно? Ай! Нет! Захват! Не увидел. Так, так, так. Ой. А если вот так? Нет, оно упало. Но это привело его ко мне. Ого, мои руки. Блин, что-то изи было против Насуя, хотя этот чувачок был Котору. С Котором уже понадрался, да? Он неплохо так играет. Но он не справился с Чикичи. Next match. Так, отец Пучи. Lightning 23. Так. Тут ничего такого. Прежним дефенсу. Ой, черт, даже... Погоди, это не финал. Я думал, это финал. Удивился, как он этот мув сделал. Ой, дурак, я дурак. Тихо, тихо, детки, не забирай. Детки, не забирай, говорю. Черт. Тихо, тихо. Тихо. Дай немножко. Так, так, и вот так. Так, 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 так. Так, 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 так. Уф, вот это урон. Ты шо? Встречи. Ай-яй-яй, я взял бэкдаш назад, думал, уйду от захвата какого-то, там диск плюс ульта. Причем, скорее всего, через изи-бит, потому что... Да. Так быстро против после диска никто не... Не нажимает кнопки. А, у меня диск забрал. Ууу, Римс. Оп-оп-оп. Ай, чё? Ууу, отдай диск. А, нет, стоп, не диск. Оп-оп-оп. Оп-оп. Ай, уй, ай. Ну, опять-таки, это изи бит, да. Я умираю? Погоди, умираю. Нет. Я живее всех живых. Ой, черт! Я нажал ульту. У меня диск забрали. Ладно. Ладно. Так, так, так. Пумс, пум, пум, пум. Ай, ой, ай, ой, ай, ой. Арвисто. Это захват. Это не диск, это захват. А это диск. О, Диву. Диву, кстати, понерфили. Он теперь только один раз спасает. Не может быть... Ой-ой-ой, интересно, нажал. Арвисто. Уплываем. Арвисто. Забавно. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп-оп. Оу. 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 Так это же нормально. Я делаю просто так. Арвисто! Жрите приста, Арвист. А зачем я это сделал? Это же не последний раунд. Ой, дурак. Ой, дурак. Теперь я без бара. Нам еще один раунд играть. Ну ладно, ладно, ладно. Я так. Арвисто! Оп, оп. Арвисто! Арвисто! О, нормально, сидишь. Арвисто, Арвисто! Ой! Изи бит опять. Ну, слабый приз получается, изи бит играет. Оп, ай, ой, ай, ой, ай, ой, ай, ой, 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 оп, оп, оп. Диск мой, пожалуйста. Арвисто. Так, Кира Йошикаге. Прошу вашей помощи. Ой-ой.
Ой-ой. О, норм... Щи-щи-щи-щи-щи-щи. Опа, ульту. Он перепрыгивает меня. Черт. Опа. Опа. Оп-оп-оп. Опа. Арвисту! И опять смотрим мультик. Я просто был не уверен в том, что моя комбо обычно его убьет, так что лучше уж посмотреть мультик, чем рисковать. Димульту! И с пристом на этом мы заканчиваем. Но это слабенький пристом, просто через изи бит играл. Пару раз он нажал захваты всякие, но в остальном просто изи бит. Мог бы я посильнее сыграть. Ладно, давайте перейдем к next матч. Пау, тоже апнули? Сегодня вот, прям сегодня вышел микропатч. Ну как микро, там очень много чего пофиксили. Но назвали они его как микропатчем, то есть он 1.41. Что странно, потому что он реально большой. Я назад нажал, чтобы что? Договори уже. Так, ой. А он patient. Оп, но недостаточно patient. Ой, погоди. Что это? Это прикольно. Пум. Нет. Пум. О, это... Прикиньте, это кенцелится, да? Но я нажал это два раза, поэтому у меня сработала анимация захват. Прикольно. Вот так вот брейкдансер меня сделали. Оу. Так. Пум. Ай-яй. Так, тихо. Пум. Я мог сказать лучше, могу тут всадить. Пом. Нет. О, у меня же есть ассист. И чего? Я беспокоился, если у меня ассист есть. Вот так-то выкидываю отсюда. Он пшел вон. О, я хочу драматик финиш. Как это сделать? Надо какой-то угол его кинуть определенный, но я не знаю, какой именно. Так, ой, она пошел вон. Защитный режим, пожалуйста. О, DP. И хитро. Вот так вот спамить, это не круто. А порту 3. Так. Нет. Так. Эй! Эта тычка была лишней. О, а зачем я подпрыгнул? Ай-яй-яй, как ты меня словил? Да блин, у меня не вышла тычка. А я блокирую, нет? Да, я блокирую. Блин, и меня забрали. Оп-оп. Нет. Мне нужен хотя бы один харвест. Вот это неудобная реально тема, что харвесты нужны. Блин, очень неудобная тема. Я умираю? О, нет. Абунайзу! Блин, коленки не защитил свои. Ну ладно. Они просто маленькие.
Эх, не люблю я спамеров вот этой фигни, но... Что поделать? Я думал, слишком маленький. Так, так, так. О, я себе ворот. Но нет, это не то, что я приму. Отлично. О, вот это урон. Арвесто! Арвесто! А вот это ты ловишь. Блин, я мог просто тут усадить. Зачем я какой-то глупостью маюсь? Он хилится, кстати говоря, ему. Ему-то все равно. Кира, спаси! Хотя не надо. Арвесто! Так, и на него сверху падает. Нет, он заивейдил ультой, прикиньте. Так, Кира. Так, так. Так, так, так. Так. Да ладно, как мне попало? А в него как не попало? В смысле, прям на него луч летел? Алло. Это уже как-то грязно получается. Так, ульту всаживаем. Это мой шанс выиграть, в принципе. 120, правда, процентов. Возможно, не отниму ему всю жизнь, но это мой шанс. А шансами надо пользоваться. Да, он не умер. Минус, минус на DP. Я его словил, я его убил. Чигечи вновь показал свое превосходство. Не, хорошо апнули Чигечи на самом деле. Призывами тоже играть можно. Единственный минус, это опять-таки остаются вечные призывы харвестов. Но и если вы умеете играть, вы будете харвест нажимать постоянно, когда враг нокается. Это я не умею играть. Я не нажимаю постоянно харвест. Но как только вы сделали фулл комбо, враг упадет, можно минимум два раза можно тапнуть на харвест. Можно перейти в левел 1, и все три харвеста у вас восстановятся. Это не так сильно... Нет, даже если враг вас блочит... Ну, вообще у Шигечи очень много разных способов открыть врага. Но если враг вас блочит, да, вам будет тяжело. Вы потеряете, скорее всего, харвестов, но вам придется отойти. И вот время, которое вам надо на отходы восстановления харвестов, враг может использовать на то, чтобы вас наказать. Но, слушайте, это уже не самый маленький урон в игре. Это не то, что было в начале, когда игра вышла, когда я делал первый тир-лист. Это уже вполне себе играбельный герой, это хороший герой. Это Б-тир. Вполне себе можно играть. Единственный минус, опять-таки, остается в его призывах Харвеста. Вы, как на остальных станд-юзерах, не теряете станд, когда его уже призвали, то есть Харвесты постоянно с вами стоят. Его мув в прыжке теперь достаточно нормально бьет, легкая кнопка которой. И меня, по крайней мере, за это видео никто не пробил. Сами видели, то есть если я напрыгивал на кого-то, там мне давалось спокойно мою мувы продолжить дальше. В принципе, очень даже нормальный герой, за ульту 3, левел 3 он сносит 572 урона. То есть 57% за левел 3. Это немало, это нормально, это хорошо. Так что Чигечи поднялся. А тут я с вами прощаюсь, увидимся завтра в новом видосе. С вами был Андрей, бай!